Выставка продажи икра и рыба «Камчатская» снова в Рязани. На ярмарке у торгового центра «Премьер» можно приобрести рыбные деликатесы холодного и горячего копчения. Ярмарка проработает до 27 мая включительно. Чевыча, палтус, нерка и омуль. Более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабого посола. На том же месте, что и всегда. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет. Да и свежие. Жесть, которую предлагают на выставке, большая роскошь. Здесь много чего можно купить. И чевыч очень хорошая, и белорыбица. Ну, все свежее и качественное. Да, икру купила. Люблю морепродукты. Чарующий аромат так и манит к прилавку. Чевычу любят за неповторимый вкус и свежесть, белорыбицу – за тающее прямо во рту нежное мясо. Также в ассортименте мобильной ярмарки – икра натурального посола. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. А здесь она еще и рассыпается. Зернышко к зернышку. Просто загляденье. Расскажите нам, какую рыбку любите? Белорыбицу. Белорыбицу люблю, потому что она вкусная. Нежная, мягкая. Что еще доложить? Супруга ваша сказала, что... И очень хорошо к чаю идет и кофе с утра, когда ничего не лезет. Ну, полезно, конечно. Попробуйте, и вам понравится. Приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 27 мая включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас.